сейчас после приветственного слова господина Шефа, президента Международной ассоциации рынка капиталов. После этого будет выступление нашего мегарегулятора Сергея Анатольевича Швецова, первого заместителя председателя Банка России. Дальше пройдет генеральная панель, которая и сообщит всем о тех условиях, в которых мы с вами сейчас оказались, в которых нам надо работать. Дальше все идет по графику. В конце сегодняшнего дня в качестве бонуса участникам состоится презентация новой книги Якова Миркина «Финансовый конструктивизм», которую можно приобрести в холле, а также автограф-сессия. 7 часов для участников РИПО-форума прием, который организует наш партнер и соорганизатор НРД, на который мы всех вас приглашаем и ждем. Ну, а в заключение моего краткого приветствия хотел бы указать и поблагодарить те организации и тех конкретных их руководителей, благодаря чему мы сегодня и смогли со всеми вами собраться. Это Московская биржа и ее руководитель Афанасьев Александр Константинович. Это Сбербанк CIB и конкретные наши партнеры, с которыми мы рады сотрудничать, Максим Сафонов и Денис Козуб. Это группа, финансовая группа «Открытие» и ее достойные, уважаемые представители, руководители Рубен Агенбегян и Николай Каторжнов. Это «Газпромбанк» в лице его руководителя Андрея Акимова и представителя, уважаемого представителя банка в НФА Павла Бурова. Это компания «Ранин», опять-таки ее руководитель Гарик Андрей и представитель Василий Федоров. Это международные инфраструктурные организации, уважаемые, достойные, авторитетные, такие как «Евроклир» и представитель «Евроклира» на форуме Филипп Лоренси, и «Клирстрим», представитель «Клирстрима» Кристиан Рослер. Прошу любить и жаловать. Большая благодарность от Национальной фондовой ассоциации, от всех участников форума этим достойным представителям. А сейчас слово предоставляется Мартину Шефу, не просто руководителю уважаемой международной авторитетной организации, но и нашему долгосрочному партнеру. Как говорит русская пословица, друзья познаются в беде. Будем надеяться, что беда не наступила и не наступит, но в этих непростых условиях нам очень дорого присутствие столь уважаемых международных партнеров, наших давних коллег.